Всем привет и добро пожаловать на канал Бибитаки Dolls. И сегодня у меня есть коробка, нож, да, и кошка у меня тоже есть. И сегодня эта посылка разительно отличается от той, что была в прошлый раз, потому что, как вы видите, она маленькая. Но самое смешное, что ее содержимое на большую сумму, чем в прошлый раз. А все почему? Потому что эта коробка от Integrity Toys. И если вы смотрите на людей, которые покупают кукол Integrity Toys, например, в Instagram, то вы, наверное, понимаете, что здесь. Давайте я вскрою это. Вообще, это, конечно, ужасно, потому что каждый раз, когда я покупаю кукол Integrity Toys, пока они доходят до меня, я успеваю словить все спойлеры в Инстаграме о том, как это выглядит, как это упаковано. Но хочу сказать, что то, что я увидела, мне очень понравилось. Надеюсь, вживую будет так же. Посылка в этот раз была одна единственная. Ничего больше сюда не добавляла. И это напрямую от Integrity, и пересылала я через ShopFans, потому что просто так быстрее и дешевле, да, то есть если брать доставку напрямую от Integrity с тем же сроком, эта посылка шла ко мне неделю, то получается напрямую дороже. Поэтому я шлю через ShopFans, но посылка просто она пришла к ним, и они ее же и отправили в той же самой коробке. Итак, первая коробка, и это... Ginger and Cinnamon Holiday at Home. Gift set. Очень-очень-очень долгожданный. И да, он рождественский. И сейчас, конечно же, у нас вообще не Рождество. Но знаете, вот с этой куклой я вполне готова переместиться в Рождество. И вторая. В общем-то, это все, что лежит в этой коробке. Больше здесь ничего нет, мы ее отдадим Еве. И вторая кукла, это Violine Perrin. Это тоже гифсет. Это обе куклы 2020 года. То есть они пришли только сейчас. Это нормально. В 2021 году, к сожалению, ничего особо интересного пока для меня не было. Ждем клубных кукол, может быть, будет что-то получше. Если вы думаете, что я просто вам вот так покажу, ну, конечно же, я не настолько жестока. Поэтому давайте откроем. У них, кстати, новые шиппинговые коробки, они вот так это открывается теперь. Ой, знаете, на что похожа коробка? На Поппи Бон-Бон. На серию Бон-Бон. Вот у них были очень похожие коробки. Хо-хо-хо. Все, бумажки. Вот так выглядит коробка. Да, очень похожа на Поппи Бон-Бон. Мне кажется, прям такая же она была. Давайте я открою, чтобы вам поближе показать. Ой, да какая красотка. Вообще, я очень хотела Джинджер. И в прошлый раз, когда это вторая Джинджер, которая вышла, была еще одна в сете с Поппи. Я ее тогда не смогла купить, потому что я не состояла в клубе еще тогда. И я безумно хотела Джинджер, потому что она мне напоминает одну героиню из сериала «Почему женщины убивают?». Вот если помните, если смотрели, конечно, этот сериал, и там была домохозяйка из 50-х. И вот она, мне кажется, безумно похожа на Джинджер. Ну, точнее, Джинджер на нее. И для меня это тоже такая немножко безумная домохозяйка из 50-х. Обожаю 50-е. Очень красиво, обязательно вместе с вами скоро распакуем. И знаете, что мне было интересно? У Поппи Бон-Бон в комплекте есть пластинка. О, может быть, поэтому они в одинаковых коробках? В общем, мне было очень интересно, одинакового ли они размера и подойдет ли пластинка от Бон-Бон вот к этому проигрывателю. Делаем ставки. Мне кажется, да. Открываем вторую. Тоже вот так вот. Ой, как, слушайте, так легко все стало. Так, намного круче. Совсем иначе выглядит. Ребят, это чемодан.
Прям настоящий чемодан. Слушайте, это прям переноска. Очень крутая переноска. Она с настоящей вот такой ручкой кожаной, с петлями металлическими. Вот здесь вот тоже замочек. Если вы хотите с собой носить куда-то кукол, то это прям супер удобно. Я давно в поисках какой-то классной переноски, и, похоже, я ее нашла. Открываем замочек. Сейчас я подсмотрю. Да, друзья, это тоже очень красиво. Здесь есть стопер, чтобы сильно не сорвать все это дело. Очень-очень-очень красиво. И здесь, кстати, добавили карточку, сертификат. Ну, я в восторге вообще. Просто в восторге. Посмотрите, посмотрите, какая красота. Ладно, начнем с того, что я от чемоданчика в восторге. Обеих кукол обязательно совсем-совсем скоро распакую. Уверена, вам тоже все это очень понравится, как и мне. Ну, я прям безумно рада. Это очень классная посылка. Я не пожалела денег, которые заплатила за этих кукол. Они дороже, чем обычные, да, куклы. То есть гифсет всегда дороже. Но это прям очень круто. Но на самом деле вот эта упаковка меня вообще просто убила. И, честно, я это не видела. Я не знала, что это будет выглядеть вот так. Спасибо, что посмотрели это видео. Давайте голосовать, кого распаковывать первой. Голосуйте. Рассказывайте, что вы думаете по этому поводу. Я вся в предвкушении.